Всем привет! Сегодня буду готовить вкусное блюдо на ужин. Что мне для этого нужно? Это фарш. Фарш у меня свино-говяжий. Можно взять любой фарш. Сметана, грибы. Грибы помыла, высушила. Сыр и лук. Фарш у меня уже готовый. Когда я его перекручивала, я еще добавила сюда одну луковицу. Также добавила соль и перец. Небольшими кусочками нарезаю грибы. Мелко нарезаю лук. Отправляю обжаривать лук до золотистого цвета. Лук отправляю грибы. Пока обжариваются грибы, руки смачиваю немного в водичке, делаю такой колобок, а потом делаю здесь вот так ямку. Делала вот такое гнездо под грибы и отправляю сразу в форму. И также с каждым кусочком. Мясо готово, теперь жду, когда обжарятся грибы. Грибы немного солю и перчу. Готовые грибы отправляю в гнезда. На крупной терке натираю сыр. Сверху выкладываю сметанку. Посыпаю сыром. Теперь отправляю блюдо в предварительно разогретую духовку 180 градусов где-то на 25 минут. Прошло 25 минут, вкусный ужин готов, я приготовила на гарнир бантики. На этом у меня все, не забывайте подписываться на мой канал, пишите свои комментарии, всем пока-пока!